Девчонки, здесь у нас с вами обратный отсчет. Подойти, посмотреть, там особенно стартовому составу по поводу крови, да, то, что мы будем давать. Обязательно, чтобы никто не ушел у нас. Можно не снимать? Нет. Спать? А почему я иду? Ты шел, брат, а, да? Мне спать? Тогда можно снимать. А почему? Чем мы отличаемся? Ладно, вы спрашиваете? Мне это неинтересно. Неинтересно? В любой руке? Нет. Да. Так, они шеи, да? Ящик забьет. Она обещала. Как бензин вчера. Шейна. Шейна-бензина? Да. Яна... Надо побриться чуть-чуть. Карим бензина. Ой, Карим. Водящий. Мы так долго бились, нам приходилось. Кто это? Вингер может водить, это может водить крайний центральный защитник, это может инсайд водить. Кто ближе взял мяч, водит. Вот так должен игрок принимать мяч, чтобы ему было удобно. Мы про это не успели проработать, но эти моменты имейте в виду. Сразу? Да. Что? В зоне кто играет, запомнил? Машков Петров, да. Поставьте его. Ну, красиво, да, молодец. Мне 19, не прошился. Ее 14 номер не снимать. Вообще ни одной фотографии. А вы кофточки не будете снимать? Будем. А все уже можно? Да, все. Вот мы уже готовы. Нападающий, это вы отвечаете за этого игрока. Не дай играть, не дай, не пали! Да. 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 Да.
как это самое, как на тренировке. Просто в это видение короткое, быстрое, хорошее. Она, видишь, там нам забила на двух сторон и здесь. Давай, мяч! Быстрее, Маша, быстрее, да! В самом начале порвала пальцем. Нормально? Я хотела подтянуть. Ты вот так натягивала, да? Да, я подтягивала. Нормально. Я вообще что-то не забыла. Второй вот так дергался. Свои же бьют. Понимаете? Это проблема. Ноги разбили, губы разбили. Да, мне кажется, не специально. А отмашка была такая прям. Ну, у вас команда? Вот такая. И сразу ее руку давать. Да. Сейчас я Блин, я когда там перехватила, мне надо было бить. Сам... А, да, но да, да, я видела, я еще думаю, блин, я сейчас не перекину, наверное, и уже Лена стала искать дура. Так бы сочно было прям. Ну, а хорошо, у меня был убойный шот, на который я вообще просто в стеночку. Блин. Да у меня всегда такая херня есть еще с детства. Я лучше отдам, чем сама пробью. Так обидно прям. Причем я видела, что она вот так вот. И мы один раз агрессивно встали. Что сделал Локомотив? Они оставили одного, и тот пришел туда. А нам это и нужно. И мы исключаем вот эту быструю атаку соперника за счет этого действия. Ну, а я так делала получается. То, что ничего. Он сказал. Ничего. Вот. На тебя внимание очень много уходит, и партнеры не знают, что делать. Перед вратарем кто? Пауза. Марин, за вратарем посмотри. А то можешь и в ближний шараться. Сзади игрок еще. Лена одна. Еще адрес нужен. Еще Лена. Здорово. Еще. Дай, не выйти туда. Хорош. Ника.
лет. Заходишь на все стандарты. Сюда, Сережа, сразу. Сюда, сюда, девчонки, бегом. Идите. Голоси курточки. Давайте. Это другой? Нет, это... Это? Разворот, Таня! Я на одну! Пятя! Контроль! На их подбор! Да, ну, что за нас? Там эти самые еще, верните. Да, да, иди! Щечки тебе появились. Наоборот, у меня да? Похудела. Я после брата, да, иду вроде? Да, да, ты занималась со мной. Давайте в другой, пожалуйста, у меня они уже стыканы все. Нет, я в тот же буду. Пускай. А туда, ну понажимайте, пойдет. Пойдет? Че там? У меня мама про татуировки, знаешь, что говорит, какого много? У кого, че? Сколько там татуировок, сам себя боюсь. А, 33 наколки, сам себя боюсь. У меня одна. 33 наколки, сам себя боюсь. Вообще, отлично, спасибо большое. А, 30. Я думала, у меня какие-то начинают. А что я тебе хотела? Вот этот вот витинг, ты быстро задыхаешься, и потом тебе приходится восстанавливать. Значит, здесь где-то дополнительно себя нужно разогнать еще, потому что не хватает выгрузки, когда приходит, тебе не хватает. Я потерял 5 минут, а у тебя еще 15. Даже где-то дополнительно тебе нужно ускорение будет больше, да? Что даже? Давайте, если получится. Нет, не получится. Больно? Нет. А! 41 у них. Угу. Спасибо, Артем, очень хорошо. Спасибо. Пластик, пластик возьми. Нормально. Нет, не тепло. Теперь уже все равно. Я, да. А зачем? А кости не мерзнут просто, не знаю такого. Зачем? Костям можно, если мы так нормально. У вас нормальный батл сегодня, что уморил. Я смотрю, она вся в крови ходит. Я говорю, что блин, я не знаю, ты же не обьют. Ладно, мне сказали, вот надо быстрее сними. С мячом бить. Там видно? Вы в футбол играли или во что? Рай-би. Это кошка меня. Посарапала. Нам надо освободить для студии раздевалку.